Вот оно интересно. Почему мы приходим сюда? По одной простой причине. Я ненавижу сетевиков не магнитогорских. Мне нравятся больше магнитогорские сетевики, которые, во-первых, работают для нас, а во-вторых, все деньги, которые мы им принесем, они в Магнитогорске так и останутся. И чем мне нравится вот эта сеть, карандаш, акварель и ералаш, это вообще сеть, естественно, по городу Магнитогорск. Цены абсолютно одинаковые, ровные и то, что нужно, и как раз для вас. Мы сейчас зайдем, я вам покажу те вещи, которые по цене абсолютно стоят недорого. И ваш ребенок может рисовать, и чертить, да все что угодно здесь есть, то есть пришли сюда и полностью хорошо упаковали. К слову о том, что здесь реально можно полностью хорошо упаковаться. Достаточно один раз зайти и все. Я-то думал, что у меня все это дело каким-то образом закончится, после того, как я институт закончил. А все остальное это писание на компьютере. Ну, иногда такие вещи случаются. А теперь уже и не случается по одной простой причине. У меня есть сын. То есть он сейчас, получается, во втором классе. Я практически понимаю, что лет, наверное, на 15-20 я буду вместе с карандашом, ералашом и акварелью. Потому что мне нужны те штуки, которыми он будет пользоваться. Ручки, панели, приборы, все остальное. В смысле, то, на чем он будет писать. И где я буду покупать? Естественно, здесь. Говоря о количестве. И для меня главное не свалиться в ассортимент. То есть, сколько в городе сетевиков? Их много, но не в каждом есть то, что есть в карандаше плюс. Где он находится? Да здесь, на улице 50 лет Магнитки 31. На перекрестке с Карла Маркса. Один вариант и один ответ. Сказки бросьте об ассортименте. Будет он такой же, и тогда я к вам. Я определюсь, здесь есть все для бизнеса и ведения дел от детского сада до взрослых условий. Вот это все? Вот оттуда и вот до сюда, а? Да? Может быть, чуть-чуть дальше, вот до сюда, а? Да. А тут еще и... А там еще и эти карандаши разноцветные. Это все для кого? Это все для человека, который должен показать ум свой, потому что, господи, до этого никогда не существовало в природе. Я вам говорю, чтобы столько, и вот до столько, до этого не было. А в детстве хотелось рисовать, да в принципе, к слову о том, что рисовать там вы можете в любом возрасте. И взрослый человек также может хорошо рисовать. Главное понять, что... Ну, давайте все-таки определимся. Машины, квартиры, дома. Это может быть кому-то нужно? Нет, давайте все-таки сделаем для себя небольшой дом, хорошую машину. А дальше что у нас занимаемся? А дальше нас интересует тема под названием хобби. Хобби должно быть у нас у всех. У меня тоже есть несколько хобби. Хотя в детстве я очень хорошо рисовал, и сейчас мой сын также классно рисует. Но Господу Богу я начал молиться очень-очень давно, да. И вот как-то однажды мне вдруг что-то, я увидел это, я сам нарисовал, представляете? А я был уже в институте. Я даже не знал, что у меня это дело существует, просто аккуратненько сделал. И до сих пор эта штука у меня в голове стоит. То есть, почему нет? То есть у человека же образ в голове существует. И по сути событий. Образ может быть разный. То есть, если у вас не получается рисовать портреты, а вы можете что-то сделать другое, занимайтесь и получайте удовольствие от этого хобби. А чтобы удовольствие у вас было совершенно крутым, приходите сюда, покупайте все это дело здесь. Очень-очень много качественной краски. Вот такой. А вот теперь случай из уникума. В смысле видео из уникальностей. Сколько красок. Красок, просто море. И гуашь, и акварель, и масло, и пастель. И я проверю в следующий раз. Потому что зачем гоняться за сверхдорогой краской? Можно и здесь купить то, что нужно, и красить аэрографом. Вы не знали, а я научился. То есть, нет смысла говорить о возрасте. Есть смысл делать лучшее. А это можно сочинять всегда. У нас просто не хватает времени, и время-то по сути мало. Но хобби – это лучшее. Так вот, хобби должно быть постоянно. Я уже ничего-то и не помню. Я не помню.
То есть надо было чуть-чуть раньше сына-то заводить, а не когда тебе 47-й год идет. То есть, к слову о том, что мы сейчас говорим. Калькуляторы. Обязательные калькуляторы для, кстати, для детей в том числе. А вы забыли, как логарифмы считаются, а синусы, а косинусы, а тангенсы? Это или у вас что-то сложности, да? Не-не-не-не, это мы все проходили и пройдем. Вот. И я вам честно скажу, что в некоторых случаях можно, конечно, используя графики, используя вот такую... Ну, когда проще взять обыкновенный качественный калькулятор, который стоит реально недорого. К слову о том, мы говорим о канцелярских товарах, да? Но канцелярские товары – это что еще? Канцелярские товары, они есть и у вас, естественно. То есть, допустим, внезапно мышка облызнулась, и куда вы пойдете? Я вам говорю, придите сюда, возьмите себе беспроводную мышку. Вот такая штука реально. К слову о том, что есть еще и флешки. То есть мы не будем говорить о космосе. Какой здесь космос? Здесь цена для всех вас. Все взрослые, все понимают, что лучше и это письмо. В мейле печать можно поставить, но лучше печать на бумаге. Про интернет тема то другая. К слову, компьютеры хороши, но перед ними стоят учебники. Компьютеры – часть нашей жизни, но бывает, когда и сети-то нет. И вот тогда бумага показывает нам результат. К слову, все, что делается в мире, и это бумага. Без нее договор не договор. К слову о том, что Карандаш Плюс предоставляет вам все, что можно поставить в офис и работать с ним. А вы думаете, что все здесь для писания? Нет, господа мои, не для писания. Хотя, с другой стороны, о чем мы будем говорить? Мы говорим и о бизнесе, в том числе. Бизнес. Настоящий бизнес, он должен, по крайней мере, использовать кресло качественное. Да даже то же самое качественное кресло у меня. Вот оно поработало и развалилось. А кто бы мне сказал, что я бы сюда бы приехал? Тоже мне приходится его заваривать. Представляете? Хорошее качественное кресло. Но с другой стороны, можно здесь тоже качественное кресло купить абсолютно незадорого. Это уже какой-то вид бизнеса. И пока вы будете очаровываться от увиденного, я вам скажу. Вы зайдите в любимую мною магнитогорскую часть удовольствия и будете правы. Все есть, начиная от первой ступени. Есть все. И вы хотели про цены поговорить? Я не буду этого делать. Скажу следующее. В этом месте магнитогорцам и гостям города нравится все. И от цены тоже. Потому что работа идет для города, и мы не кормим москвичей, да и челябинцев тоже. Мы как-то сами с головой и сами понимаем результат. Что делает, в принципе, наш ближайший сосед. Продаем дешево, много, и вам хорошо, и нам тоже. Вы поняли, о чем я говорю? И вот тогда сюда, на 50 лет магнитки 31. Или в другие части с названиями «Акварель», «Яролаш» и «Карандаш». И вы должны понять, что не только здесь, на улице 50 лет магнитки, эта штука возникает, эта сеть. То есть проедьте по городу, посмотрите внимательно, где мы вам говорим о карандаше, яролаше, ну яролаш это отдельная тема, и акварель. Это все то, что должно быть. Здесь, в этих местах вы покупаете и берете вещи, которые реально долго прослужат. И к слову о том, что они стоят реально не сильно дорого, уж поверьте мне. Вы уже это дело посмотрели. Я вам в очередной раз говорю, что если мы будем дружить, а это и надо делать, и тогда дети начнут становиться гораздо более интересными и веселыми. Потому что, ну, я прекрасно понимаю эти компьютерные тараканы и косяки. Но, господа мои, перед тем, как заниматься компьютером, я бы рекомендовал все-таки что-то сделать руками. Написать, сочинить и сделать. Вот эта тема интересная. И без приспособ вы не сможете никуда деться.